Совсем недавно мы отмечали знаменательную дату Всемирного календаря культуры 15 апреля, Международный день культуры. 15 апреля – дата особенная для мировой культуры. В этот день, в 1935 году, представителями 20 стран в Вашингтоне был подписан исторический документ, получивший известность как «Пакт Рериха». Пакт Рериха – это договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Самый первый в истории Земли документ, созданный во имя защиты культурных ценностей. Его принятие Николай Рерих, выдающийся художник с мировым именем, добивался несколько десятилетий. Посмотрите на экран «Знамя мира». Знамя культуры. Во время военных действий Знамя мира, как Красный крест культуры, должно охранять культурные объекты. Три вписанные сферы символизируют прошлое, настоящее, будущее и объединены кольцом вечности. Сегодня мы открываем одну из страниц всемирной музыкальной культуры, истории. Главным героем нашего вечера сегодня станет Его Величество аккордеон. Аккордеон – слово французское, в переводе означает «ручная гармоника». Это один из самых популярных инструментов не только в России, но и за рубежом. Прежде чем аккордеон принял свой современный вид, история музыки прошла через изобретение ручных и губных гармоник. Слово «гармонь», в отличие от аккордеона, которое было французским словом, от греческого слова «гармоникос», что в переводе означает «созвучный, стройный». Ни одно из клавирных произведений Баха не отражает с таким размахом и глубиной сущность его искусства, как хорошо темперированный клавир. Такое замечательное произведение. В этом произведении звучат и радость, и скорбь, и плач, и жалобы, и смерть. Но все это переложено в звук так, что переносит нас из мира суеты в мир покоя. И сегодня у нас в гостях наши замечательные друзья. Мы приглашаем сюда Саркиса Аванесяна. Татьяну Мартыновну и сказать ей огромное спасибо за то, что она сегодня с нами. Нам с нашим маленьким залом, с невозможностью иметь свои творческие коллективы, дает возможность и надежду на большое российско-армянское сотрудничество этот коллектив творческий, состоящий из прекрасных профессиональных музыкантов. И сегодня мы хотим вас познакомить с одним из них. С ним мы познакомились как с дирижером хора. Для себя мы сегодня открываем вас как аккордеонисты. Я знаю, что вы преподаете здесь в училище. С детства я играл на фортепиано. Мне дали музыкальную школу по классу аккордеон. И я понял, что тот инструмент аккордеон, у которого есть очень много возможностей в отношении репертуара, он в себя включает как народную музыку разных народов, как классическую музыку, как вы могли увидеть. И также, говоря простым языком, застольную музыку.